Всем привет! Намасте! Вы на канале Йога с Чудом. И сегодня я покажу основы йоги. Это именно то, что вам нужно, если вы еще не занимались йогой и хотите начать, но не знаете с чего. Самое главное, помните три важных правила. Первое. Будьте в моменте. Будьте здесь и сейчас. Дышите, не задерживайте дыхание, дышите хотя бы просто свободно. И третье, получите удовольствие от практики. Зачем нам йога, зачем нам все, если мы не получаем от этого удовольствия. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь. Мы начинаем. Йога – это очень просто, потому что вам нужен только коврик. Мы начнем сегодня сидя, начнем с пранаямы. Пранаяма – это дыхательная техника. Садимся или на коленочки, или в позу ситхасана. Я сяду в позу ситхасана, левая пяточка к промежности, правая нога свободна. Самое главное в пранаяме вытянуться от копчика до макушки вверх. Мы сидим прямо, вдох прокрутите плечи, вверх плечи, назад и выдох. И подышим буквально 3 цикла дыхания. Со вдохом наполняем низ живота кислородом, верх живота, грудную клетку, доводим дыхание до ключиц, небольшая естественная задержка, медленный выдох, также выпускаем воздух, как из сосуда, выливается из нас постепенно, медленно, выдох длиннее, чем вдох. Немного длиннее. Еще вдох. Теперь прикройте глаза. Медленно наполняем низ живота, верх живота, грудную клетку. Доводим дыхание до ключиц. И медленный выдох. Еще раз дышите свободно, наполняем кислородом легкие, наполняем каждую клеточку кислородом из жизни, а с выдохом отпустите все лишние мысли. Вот оно, быть в моменте, отпустить все мысли. Посвятить это время только себе, только практике, не думать ни о чем. И со вдохом, руки через стороны вверх, откройте глаза. Важно в начале практики потянуться вверх, можете сделать замочек руками. Потянитесь вверх за руками, вытяните позвоночник, а с выдохом намасте перед грудью. Так мы настраиваемся на практику. Настройтесь на практику, это означает опять же, будьте здесь и сейчас. И сейчас мы садимся на коленочки. Я буду говорить простым языком, но
Потом напишу название основных асан. Со вдохом делаем позу ребенка, тянемся вперед за руками, назад за тазом. Вытягиваем хорошенько позвоночник. До макушки и еще дальше до кистей, до пальцев рук. И в этой позе задержимся, два цикла дыхания, дышим вдох, выдох и расслабляемся. Со вдохом еще больше вытягиваемся, а с выдохом еще больше расслабляемся. Со следующим вдохом становимся в позу на четвереньки. Вдох. Поза кошки. Кисти, ладони под плечами строго. Колени строго под бедрами. Со вдохом мы начинаем позу кошки. Подкручиваем таз, начинаем прогибаться с таза, таз, затем поясница, затем грудная клетка, прогибаемся, выгибаемся, а с выдохом начинаем делать арку, то есть позу коровы, тоже с таза до шейного отдела, и хорошенько тянемся вверх, раскрываем лопатки. Вытяжение позвоночника. Вы должны почувствовать, как лопатки расходятся в стороны. Опять вдох. Позвонок за позвонком раскрываемся. А с выдохом позвонок за позвонком. Вытяжение. С удовольствием. Вот зачем йога-практика. Чтобы получить удовольствие, оздоровиться, вдох, выдох. На выдохе пупок прижимаем позвоночник, тягиваем живот, вдох еще последний раз и выдох. Вдох, поза кошки, и сейчас мы выполним позу собака мордой вниз. Подкрутите носочки. Сейчас упираемся носочками о коврик. Вдох, а с выдохом живот наш стремится к бедрам. Сильными руками отталкиваемся от коврика. Колени согнуты. Живот идет к бедрам. И мы вытягиваем позвоночник. Обратите внимание, позвоночник прямой, начиная от макушки до таза. Прямая линия вытяжения. Колени согнуты. Мы вытягиваем позвоночник. И можно вначале попробовать попереминаться с ноги на ногу, чтобы отпустить напряжение, какое-то натяжение. Но главное – это вытяжение от макушки до копчика. Дышим, обязательно дышим. Не задерживаем дыхание. И сейчас замрите в позе, вдох, выдох. Медленно дышим. С каждым выдохом уходим глубже в асану. Уйти глубже в асану – это значит еще больше вытягиваться вверх за тазом. Еще больше отталкиваться руками от коврика. И постепенно выпрямляем колени. Конечная асана должна быть прямыми коленями. Поза как треугольник. Дышим 20 дыхания. Уходим глубже в асану. Со вдохом обратно на четвереньки. Выдох на колени.
четыре реньки и ложимся вниз животом. Мы выполним сейчас позу кобры. Руки, ладони около глаз. Медленно начинаем поднимать корпус вверх нашего позвоночника. Вверх. Сначала поднимаем грудную клетку, грудь, затем верхние ребра, затем нижние ребра, верх живота, середину живота и только в конце голова. Плечи опущены, не поднимаем, не зажимаем шею. Плечи опущены, отталкиваемся руками от корпуса, локти ближе к себе. Не заламываемся в пояснице, открываем грудную клетку, стремимся грудью вперед, макушкой вверх. Не зажимаем шею, голова вытянута, подбородочек груди. Это горловой замочек, всегда делаем горловой замочек, то есть подбородочек груди. И дышим в этом положении, раскрываем грудную клетку, дышим вдох. И с выдохом медленно, точно так же медленно ложимся вниз и расслабляемся. Со вдохом отталкиваемся, с выдохом после кобры очень приятно делать после ребенка. На этот раз попробуйте колени развести в сторону и с выдохом потянуться вперед, расслабить позвоночник, потяните за руками и расслабьтесь, продышите ваше дыхание в этой позе. Со вдохом круглой спиной наверх. Следующая поза – это Паschimottanasana. Одна из основных и самых полезных. Мы садимся на ягодицы, разгибаем колени и пытаемся оттолкнуться руками назад, отталкиваемся сзади руками, чтобы сесть на седалищные косточки, чтобы достать мышцы из-под себя и сесть ровно на косточки. Вытянемся позвоночником вверх, начиная от костей седалищных до макушки, мы тянемся вверх. Вдох, потянитесь хорошенечко, вытяните позвоночник, а с выдохом руки на щиколотки, живот на бедра, еще больше вытяжения. Вдох, опять вытягиваемся, а с выдохом расслабляемся и еще больше вытяжения. Теперь можете взяться за носочки ног, если не хватает гибкости растяжки, мы берем ремешок и ремешком вот так вот с себя притягиваем к ногам. Живот лежит на бедра. Вот ваша Paschimottanasana. Дышим в этом положении 20 дыханий. Вдох. А с выдохом мы пытаемся немножечко выпрямить колени, уйти глубже в асану. Вдох. А с выдохом уходим еще глубже в асану. Это сладко. Вдох. А теперь, может быть, у вас получится и выпрямить колени, уйти еще глубже. Но на начальном этапе, особенно утром, не нужно рисковать поясницу. Лучше вытягиваться. Вытягиваться вдоль ног и колени все-таки призгибать.
И со следующим вдохом мы приходим за спину, вдох, руки вверх, выдох, руки вниз. Вот я показала основные асаны, основные позы, с которых вы можете начать вашу йога-практику. Вот и все. Видите, как это просто. Йога – это удовольствие. И это действительно очень просто. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Попробуйте сделать приветствие солнцу. Это практика утренняя, которая поможет вам проснуться, пробудить свой организм и пойти в этот день сильным, здоровым. И я буду благодарна за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу подписку. Спасибо вам, что были со мной. Ваша Оксана.